Необычный литературно-музыкальный вечер прошел в Одинцовской библиотеке номер один. Анна Годильшина запускает проект «Одинцова в лицах», и первой гостьей презентации стала писательница Наталья Аверкиева, которая рассказала о своем творчестве и даже объяснила, как писать романы. Я хочу об этом рассказать и показать, что абсолютно любую историю, любую новость, любую какую-то подслушанную фразу, диалог можно превратить в итоге в интересную историю. Наталья пишет с 12 лет. Своим большим опытом и забавными историями из школьных времен и писательских будней она охотно делилась со всеми присутствующими. Кто такой писатель? Как преодолеть свой страх и неуверенность и попробовать придумать собственную историю? А также где найти вдохновение? Писательница постаралась ответить на все эти вопросы. Изюминкой встречи стало выступление Владимира Нефедова и Анатолия Ядрышникова. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».